Всем привет. Хочу сказать вам, что получилось у меня с гибридизацией птиц. Ну, как таковое у меня в этом году ничего не получилось. Зеленушка с канарейка, да, садилась у меня два раза. Были яйца заряжены. Первый раз не получилось, все скинули, второй раз. Щеглу я самку поменял, потому что с той самкой они вообще как бы не садились на яйца. С этой самкой сели на яйца, он кормит и все, яйца тоже пустые. Так, ну что сказать, вот я поменял же щеглу самочку. Ну, сели они на яйца, самочка снеслась, посидела, ну и бросила уже, ничего не вылупилось. В этом году уже все, значит, не будет ничего. Щегол кормил самку. И ничего нет. Вот видите, он вроде кормит ее. Может, на следующий год что-то получится у них. Сейчас гнездо вытащу, покажу вам яйца, буду их убирать, потому что самка уже не сидит на них. Проверю их, есть ли у них там зародыши. Сниму гнездо, проверю яйца, заряженные или пустые. И в этом году все уже, все гнезда поубираю. Птиц, скорее всего, рассажу. Ну, как-то так, друзья. Вот такое вот гнездо. Три яичка. Яички не заряженные, пустые.